Ну что, ребятки, на этой радостной, замечательной ноте мы закрываем наш... Домовлад! Давайте обуваемся. Я уже обуваюсь еще. Ау. Давай, закрывай дом. Привет, девчонки. А где Олег? Потерялся. Ну ты мог нормально выйти? Мы же вообще-то планировали, что ты просто выйдешь такой, типа, неожиданно. Ну да. Ребята, прикиньте, я это вставлю чисто без ускорения просто, ну вот так. И без звука, да? Нет, со звуком. Только не судя. Ракета! А как слезать? Крутиться? Как ты имеешь в виду? Что ты делаешь? Олег, не так. О, догонял. Нет. 3, 2, 1. А что, ты давай? Так, ребят, внимание, когда заказал Ди Каприо на Алиэкспрессе. А ты что, слова знаешь? Нет. А, ну держи в курсе. Сидим, гуляем. Как классно. Какого фига мы так долго на карантине сидели? Мы по большому счету вот только сегодня, вчера все вышли. Ну, глобально. Ты приезжал один раз, мы сдавали анализы на коронавирус. Ты что, куда-то собрался идти? Да, мы наконец-то решили сдать анализы на антитела. Ой, поправилась. О, поправился. А это видео? Это бахил. Теперь красивые пойдем. Будем ждать результатов. Страшно было? Было такое. Да. Все в четверых нет антител. Мы все сдали, и мы не болели все. Почему мы так долго сидели? Хотя вроде бы уже режим-то карантинный сняли давно. Ну, режим самоизоляции. Погром. Я переживаю за здоровье своих близких. Все. Поэтому сижу на карантине. Сейчас выйдем. Сейчас ты не сидишь? Мы готовимся к новому этапу самоизоляции, и очень скоро мы все снова окажемся дома. Но... Поэтому можно обратно. Погуляли и по домам. Да нет, но... Так что, возможно, вас ждет домовлог 2.0. Извини, давай. Ты что делаешь? Ты как-то собралась? Парни, что, вы ей помогли залезть, что ли? Как она-то добралась? Можешь ее спустить с турника? Воу! Давай, спускай. Все-таки советуем вам воздержаться от лишних тусовочек, гуляночек и лишних встреч, которые пока что как бы и не хотелось нам всем возобновить. Но так или иначе подвергают нас очень большому риску. Мы вот почему все собрались сейчас вчетвером. Мы очень добросовестно, да. Добросовестно все сидели. Это как мамка такая, знаешь. Типа, выходите, ребята.
Сергей? Да. Нет, что тут не гнать? Блять. Мужчина. Это батл. Ладно, все, пошли. Ну, парни, спасибо, пока. Ладно, парни, вы готовы? Смотрите, что. Не позорьтесь. Извините. Браво! Аплодисменты. И руки отпусти. Кстати говоря, хотите интересный факт? Олег и Алина, как и в позапрошлом выпуске, они случайно снялись в одинаковых костюмах. Сегодня, блин, они приехали в одинаковых футболках. У нас просто другой одежды нет. Кстати, те костюмы, они это же фирмы. Ну, я понял. Change, я умею читать. Это про нашу пару. Change. Да, там кто-то, кстати, в прошлом выпуске написал комментарий, типа, ой, у Олега такой костюм, типа, прям символично, что change, прям, типа, как будто change пар. Типа, поправился за ребят, извините. Вы не поверите. Йоу! Короче, не, ребят, на самом деле обычно мы тусим весело. Как получается? Gucci Flip Flop. 3, 2, 1. И hello, hello. На самом деле, обычно мы как-то тусим весело. Вот. Я не знаю, почему сейчас так неловко это получается, но... Знаете, неловкие паузы – это нормально. Не только у вас в общении они бывают. Да, только у нас. Вот. Есть очень классный влог, если честно, не знаю, почему до сих пор я его не выложил. Это очень прикольная тусовка, поездка в Данию. Да, со сбором. Там, да, мы еще в паре стояли. Вот, танцевали вместе. Сейчас они, если честно, не в паре. Потому что многие, кстати, вообще не поняли. Типа, не, они не в паре. Ну, типа, не танцуют. Все, типа. Типа, ну-ка, пересядь сюда вообще. Че вы сели вместе? Вот. Короче, этот. Давайте сделаем какое-нибудь классное условие, потому что, ну, влог бомбический. Сейчас вы увидите кадры отсюда. Нормально, до свадьбы заживет. Да, ставь лайк. Ставь лайк, закрой. А вот так мы чилим между группами. Как только под этим видосом наберется 10 тысяч просмотров. Что? Прости. 10 тысяч просмотров. Ты гонишь? Ну вы можете пересматривать. Не, как только наберется, поэтому как бы все от вас зависит. Возможно, я влог даже не выложу. Можете пересматривать это видео по 5 раз в день. Мы его сами работает? Посмотрим. А? Это работает? Тебе сегодня человек смотрит 5 раз, то это... Да, вы можете посмотреть его сегодня, можете посмотреть завтра и послезавтра, отправить его своему другу. 10 тысяч просмотров. У нас много роликов на канале, которые набирали такое количество просмотров, поэтому я знаю, что вы можете. Просто здесь 10 тысяч просмотров, как только мы его набираем. Кстати, пишите комментарии, потому что они помогут вам набрать просмотры, и ставьте лайки. Ну, типа, это вот вам лайфхак такой. Не, ну влог реально классный, ребята, стоит того, не стоит. Мы его, правда, не видели еще. Но мы в нем участвуем. Там, кстати, еще Тимур с Ниной даже в паре стоят, представляете, какие архивы есть. Это было настолько давно, да-да-да. И Витя с Алиной. Ребят, классные же мы влоги поснимали, правильно? Очень. Ну молодцы же. Не, крокодил зачетный. Нужно будет обязательно делать реванш по любасу. Смысл? В смысле смысл? В прошлой игре все решилось только тем, что мы вам дали еще один раунд. Ну а что, мы на один балл вели? Да, до этого мы играли в крокодил и прям не выигрывали вас. И что? Ну
Ну, да ничего. Это все было, господи, несерьезно. Ну и сейчас сыграем еще раз, посмотрим, кто нам мешает. Никто не мешает. Girl power. Угу. Время покажет. Нужно придумать наказание, и вам хана просто. Ну, не думаю. А еще, когда мы собираемся вместе, они меня начинают уговаривать снимать тиктоки. Ребят, ради меня, пожалуйста, удалите тикток со своего телефона. Чтобы не нужно было этого делать. Ну, это же прям... Здесь очень много места, мы будем танцевать. А ну, перетанцуй меня. Все, ребятки, на этом наш влог заканчивается. Муа, всех любим, целуем. До новых встреч. С вами ваши Виталия Продакшн. Ну, еще вот эти двое там. Ну, в общем, инстаграмы их внизу. Подпишитесь. Да вы и так подписаны. Мы вас любим, целуем. Пока. Ой, enjoy. Ничего себе, прикольно.